Мэтт, вершина горы, 203. Они устали, папа? Нет, нет, они хотят нас. Пиши, все хорошо. Просто иди, не бойся. Эмили, вершина горы, 221. Удастся. Скажем, что нужна помощь. А что делать, пока ждем? Вернемся в дом и соберем всех. О нет, только не в дом. Нам надо остаться здесь. Вдруг спасателям будет нужно с нами связаться. Давай сначала включим радио. Сначала нужно добраться до радио, чтобы его включить. Как слепит! Это точно. Я не вижу. Что это? Это просто фонарь. Видимо, с датчиком движения. Может, прожектор, а не фонарь? Так, ну походу тотемы я здесь не найду. Зря я круг просто тут наверну. Да, ну по такой бы лестнице я бы тоже бы поднимался, хоть я и высоты боюсь, но тут довольно так нормально предусмотрено. Такой ветер поднялся. Почти дошли, чтобы подняться наверх. Я вообще удивляюсь, как они еще не провалились туда вниз. Доски-то какие старые, оно все скрипит. Пол-то все-таки деревянный. Взяла и посветила ему в глаза. Будем живы. Так, все, что блестит, то нас и интересует. Радиостанция не работает. Давай. Супер. Света нет. Где-то здесь наверняка. Ну, его отключили за неуплату.
Найдена улика в локации Ханна. Пропал человек. Вы видели эту девушку? Ханна Вашингтон. Последний раз Ханну Вашингтон видели в Blackwood Pines, Альберта, между 1:30 и 2:30. 2 февраля 2014 года. Она выглядела взволнованной. Одежда, приметы. Ханна была одета в черную футболку, темные джинсы и коротенькие и коричневые кожаные сапожки с пряжками. На ней не было верхней одежды, она носит очки, и на правом плече у нее татуировка. Рост 1,75 м, вес 50 кг. Глаза карие, волосы каштановые. Кажется, что-то тут блестит. Нужно это посмотреть. Ну вот. Ракетница. Дать ракету Мэтту. Правда, зачем он ее сейчас выстрелил? Психопата. Так, радиостанция включена. Ну, поехали! Ну, так, 1-0 в нашу пользу. Так, и что там у нас распечатается? Найдена улика в локации с Бет. Пропал человек. Увидели эту девушку? Бет Вашингтон. Последний раз Бет Вашингтон видели в Blackwood Pines между 1:30 и 2:30 2 февраля 2014 года. Она выглядела взволнованной. Одежда, приметы. Бет была одета в ярко-розовую куртку, черные леггинсы и лыжные ботинки. На голове у нее была белая шапка. Рост 1,72 м, вес 50 кг. Глаза карие, волосы каштановые. Подчинение. Господи, так, это... Меня зовут Эмили. Алло! Вас плохо слышно. Повторите. Прием. Сообщить. Мы на Блэквудской горе у лыжной базы. И здесь убийца. Он охотится за нами и уже убил одного из наших друзей. Пожалуйста, вы должны помочь нам. Thank you.
Это же что же у него там за ножик-то такой, что такие тросы обрубает за один удар? Глубоко они ушли. Мэтт, шахты 2.43. Поддержка. Эмили, ты на взводе. Успокойся. Все будет хорошо. А, замолчи, это невыносимо. Все, прекрати орать на меня и дай мне разобраться. Ладно? Сам заткнись, почему ты сомневаешься во всем, что я говорю? Меня это уже задолбало. Нельзя просто сделать, как я прошу. Пожалуйста. Я попал... Да заткнись ты, задолбала, дура. Мэтт, а теперь... Пожалуйста, вытащи меня с этой чертовой вышки, Мэтт. Ну, сделай уже что-нибудь. Спасти Эмили. Я иду. Иду. Черт. О, черт. О, о. Мэтт! Она сорвется. Спрыгнуть. И ушла вышка вместе с ней вниз. Эмили! Наверху нет? Не знаю, не видел. Наверное, сюда спустилась. Тут ее тоже нет. Эшли, дом Вашингтонов, 12.47. Это что такое? Да что здесь творится-то вообще? Крис. Сэм! Что? Крис, я просто хочу сказать, я понимаю, как все это тяжело. Он же все-таки твой друг. Эшли, все. Нет, я только хочу сказать спасибо, что спас мне жизнь. Эш, ну а как иначе-то? Я должен был тебя защитить. Должен. Найдена улика. Август 2013 года. Кейп Код. Джош и его сестры-красавицы. Ханна, Люсбет. Отлично смотритесь, ребята. 16.08.13. Эш, ты как? Я просто... Джош ведь был твоим другом, Крис. Давай найдем Сэм. Это первое, что нужно. Но я же, господи. Эшли, все, хватит. Я совсем не хочу об этом сейчас думать. Что это? А он так спокойно к этому отнесся, что дверь за ним так захлопнулась резко. Ну и херотень. Закрылась дверка. Я бы уже сиганул бы с этого дома.
Погоди! Ты это видел? Что видел? Это, Крис, это! О чем ты говоришь? Там было что-то полупрозрачное, как призрак. Да ну. Я серьезно. Почему ты мне не веришь? Я же его видела. Какой мне смысл врать? Да я не то что не верю, просто не видел. Был шок, ясно? Твой мозг спёкся. Мой мозг спёкся. Я не верю даже своим глазам. Настоять. Нет, какой шок! Я видела, я его точно видела! Ладно, ладно, может, ну... Может, ты что-то и видела. Вот что, главное не терять головы. Мы что, с ума сходим? Мы искали везде, Сэм может быть только здесь. Давай, лучше пойдем найдем остальных, а? А вдруг мы нужны Сэм? Вдруг она в беде? Наверняка. Идем. Двери открылись. Идем. Двери сами открылись. Как она вот толкнула на таком большом расстоянии от него была. Но почему здесь стали происходить все эти странные вещи? Двери хлопают, свечи зажигаются сами по себе и... Этот призрак или что это там? Мне кажется, ты не совсем понимаешь, что происходит на самом деле. То есть ты... Ты не видел, как белая фигура прошла рядом с нами? Нам просто мерещится. Ничего мне не мерещится. Знаешь, я тоже кое-что видел. Я видел, что случилось с Джошем. Вот что меня беспокоит. О, Крис, прости, прости. И знаешь, что меня беспокоит? Я волнуюсь за Сэм. Что с ней случилось, если здесь и правда маньяк? Ей тоже может угрожать смерть. Не говори так. Прошу, Крис. Ручки нет. Успокойся, ты окей? Ну какой еще призрак? Чей, блин, призрак? Понятное дело, ты сейчас на нервах, ты но... Ты просто не смотришь, я видела его, тут призрак, и он похож на Хану, на Хану! Постой, или, что? Или на Бет! Господи, Эш, по-твоему, они пришли за нами после сеанса? Не знаю, может... Не пришли, потому что призраков не бывает, понимаешь? А кто же тогда говорил с нами во время сеанса, Крис? Не знаю я. Что это? Картина сама со стены слетела. А может, ей кто-то помог? Я не знаю, что это, и я... Бред какой-то. Оно указывает нам путь. О, невероятно. Смотри, 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 Крис. А, через что? Окна все видно. Что видно? Посудку, что ли? Нет, там целая сценка с куклами. Да? Смотри, а этот ключик? Говорю же, призрак помогает нам. Или просто вас пугает. Так, 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 что это там у нас?
Ой, мама, это как будто... Это не как будто, это мы. Спрятались и ждем Ханну год назад. Но все точь в точь. Я сидела именно там, а здесь Мэтт. Это сделал кто-то из наших. Кто там был? Или кто-то, кто за нами наблюдал. Это угроза. Кто-то... Ну, кому-то просто хочется напугать нас. Нет, это наверняка призрак. Он хочет сказать, что это маньяк убил Ханну и Бет. Просто тот ублюдок пытается заморочить нам голову. И зачем бы он все это устроил? Ну, типа он говорит, что будет на нас охотиться. Нет! Мама все-таки разрешила. Приглашение разосланы, вечеринка состоится. Только теперь еще ждать надо. Отстой! Эш, Мэтт и Сэм уже ответили. Что-то Майк пока молчит. О боже мой! Майк тоже согласен. Он сегодня звонил Джошу. Мы все собрались здесь, на горе. Это будет потрясно. Посиделки у огня. И, господи, Майк, я просто... Балдею, что он будет. Не могу читать. Это невыносимо. Все мысли только об этом. Ни о чем другом и думать не могу. Не хочу. Что это? Опять дверь открылась. Что это? Думаешь, что страшнее некуда. А, гадость какая. Постой, там дальше другая комната. Огромная. Крис, я не хочу идти дальше. А тебя никто и не спрашивал. Уже на грани. Я так хотела забыть все, что случилось в прошлом году. Честно говоря, Ханна поступила, не подумав. Да, ну, ты же знаешь, как бывает, когда всерьез влюбишься. Здорово. То есть мы поставили нашу беззащитную подругу в ужасное положение и вынудили убежать ночью в лес и без следа исчезнуть? Сочувствие. Интересно, а ты? Ты бы на ее месте не убежал, если бы над тобой так посмеялись? Надо мной же не смеются. В глаза. Что? Крис, мы выставили ее жуткой дурой перед всеми друзьями и парнем, который ей нравился. Ничего хуже я и вообразить себе не могу. Найдена улика. Поддельные Они газеты. Поддельные? 18 августа 2014 года. Адрес отправления Quality Copy Ltd. Clark Avenue, EZ 2100. Эдмонд, Альберта. Меня хватит. Я не собираюсь еще глубже погружаться в этот кошмар. Эш, я
Я все понимаю, хорошо? Меня это тоже достало, но если Сэм там внизу с убийцей, а мы уйдем, считай, что мы сами ее убьем. Господи. Эшли, идем. Почему ты всегда прав? Я не всегда прав. Ну, когда ты прав, ты прав. Я не хочу быть прав, я хочу уйти. Нет. Надо найти Сэма. Пошли. Крис, у меня такое странное чувство на этот счет. В смысле? Я не могу избавиться от ощущения, что эти поддельные газеты как-то связаны с убийцей. Ты хочешь сказать, что это все подстроено? Да, но как? Я чую некую логику, просто мы что-то упускаем. Найдена улика, фотографии друзей. Это что такое? Черный список? Безумие! Черт, посмотри сюда. Кровь? Вдруг это Сэм. Ладно, попробую открыть. Есть, но черт, она тяжелая. Осторожно. Пролезай, не могу долго держать. Давай. Крис! Скорее. Я видела там Сэм. Эш, ты уверена? Я не знаю, но надо же посмотреть. Но я уверен, что тот, кто истекал кровью, зашел сюда, и нам бы поторопиться. Идти за Крисом. Ладно, хорошо, я иду. Слава богу. Думал, эта штука меня раздавит. Давай. Зачем тут вообще нужно охлаждение? Здесь и так дубак. Ну, кто знает, что в голове у этого типа. Не надо! Сэм? Да, это я вижу. Почему он одет как Сэм? Не знаю. Зачем пытаться выдать манекен за Крис, Сэм? Крис, я вообще ничего не понимаю. А Сэм-то где? Какой ужас, какой ужас. О, черт! Нет, отцепись! Это было жестко, он их усыпил.
Черт! Попали! Эш! Эш! Черт, я этого козла убью нахрен! Что это? Это он! Нет, Крис! Тот, кто убил Джоша! Боже мой, нет! Господи! Кровожадный ублюдок! Чудовище! Господи, мы умрем, Крис! Я не хочу умирать! Эшли, никто не умрет! Если б я могла сказать, почему так несправедливо! Что? Что сказать? Слишком поздно. Какой теперь смысл? Нет, ты уж скажи. Мы все время ходили кругами, а теперь конец. Теперь... Но почему? Потому что я был счастлив. Каждое мгновение, которое я провел рядом с тобой. И как мне это понимать, Крис? Прости. Я должен был прямо сказать. Блин, Крис. Когда мы отсюда выберемся... О, господи! Нет! Эшли, я тебя вытащу, я тебя спасу! Ну что ж, мои дорогие подопытные. Нет, черт, боюсь, Крис. Не бойся. Правильно делаешь. Вот в чем фокус. Сегодня Крис уже сделал роковой выбор. А теперь он должен сделать еще один. Крис, ты можешь взять этот пистолет и застрелить Эшли. Или застрелить себя. Тот, кто останется, будет жить. Выбор за тобой. Не будь дурачком, Крис. Стой, стой! Не надо, Крис! Лучше меня! Ты уже один раз спас меня! Черт! Теперь дай выбрать мне, дай мне спасти тебя! Пусть это последнее, что я сделаю в жизни, я так хочу! Крис, пожалуйста! О, Господи!